Так, кто-то еще тут есть? Гробница опять. Опять это будут вскакивать. Текс. Берем. Железная булава. На всякий случай. Длинный лук. Кто-то где-то ползает. Стальная броня 35. Сыромятный. Ну нагрузили вы покойничков. Дверь тут. Что, все, так никто и не вылез? Ну и на том спасибо. 314, да, уже взять ничего не могу. Так, что за дверь? Железная дверь. О, что-то интересное. Явно босс какой-то. Сохраняйся. Тут слово какое-то опять, наверное. Сколько этих? Мэн. А тут, наверное, главный. Весело. Ух ты, золото 128. Свиток призыва к оружию. Порчи, боевой топор. Весело. Красивый такой. Какой-то такой интересный. А, места-то нету. Так, что у меня там было? Оружие. Стальной боевой. 12-12. Имперский, имперский. Давай я тебе отдам. Нам нельзя останавливаться. А! Тебе же нельзя отдать. Мне надо самому решать свои проблемы. Так, одежда. Что у меня тут самое тяжелое? Это я выкину. А этот, наверное, потом возьму. Такие две шляпки упали. Так, ну тут стрёмное место, мэн.
там еще. Крохотный. Зелье лечения, да, это чтобы помочь не помереть. Тут явно что-то веселое будет. Изучено слово сила, огонь, огненное дыхание. Так, это где? Крики. Так, безжалостная сила. Вот это почему? Огненное дыхание. Для изучения криков нужны души драконов. Ноль души драконов нету, да? Угу. Так, а этот безжалостный сосредоточие силы на своем пути, он отталкивает все и вся. Надо поприменять его. Ай, что ты творишь? Куда улетела? А, ладно. Так, значит, надо забрать вот эту штукенцию. Обломок Вутрат. Вес 2. Ага, у меня перевес будет опять. Сейчас как раз я схвачу его. Шкура солезового флейта. Так, она по сколько? 0,1. Нет, ладно, флейту выкинем. Флейту выкидываем. Сохраняемся. Ты чё? Так, значит, берем и ходу. Опа. Дверька закрылась. Ну все. Я на возвышение. О! Куда ты? Куда, мэн? О, я отсюда буду. Я буду здесь стоять. Кто где? Да шо ж ты мажешь-то? Шо ж ты мажешь-то, а? Куда побежали? Ну, там чья-то рука торчит. Попал. Завалился, по-моему. Завалил. Че еще будут? А, они ждут, пока мы этих завалим. Открываются другие. Лундра. Вали. Давай, не спать. Ты чё, мэн? Не спать. Мэн. Давай. Опа. Куда ты попал? Стоять. Побежал. Завалил. Слушай, лезут. Вот это да. Тут кто-то главный вылез. У-у-у, мамочки. Мэн. Главного валить надо. О, все, главному готов. Стой. На. Да шо ж ты мажешь, ну? Да куда ты побег? Да получай. Куда стоять? Ой, еще. Мэн, да сколько вас? Да стреляй ты, мэн.
Что я сказал? Лежи. Что еще будут? Что все? А. Дырка открылась. Значит, это был последний, наверное. Ну, слушай. Весело было. Ну, хорошо, что они постепенно лезут. Там что, еще кто-то? Бьется. Ожерелье. Да, кто-то там застрял. Я думал, посильнее будет главный. Это обычный беспокойный. Я думал, сейчас такая вылезет фишка. Не понял, у него что было, 120 золотых? Да, вон, морзянку отбивает. 18. Да, все по-разному. У кого что. Железный слиток. О, я перевесил, да? Нет? Как так? Вот как так? 315 на 315. Обычно оно... А, ну значит он... О, все. Половинка, наверное, 0,5 или сколько-то там было. Да ладно, не стучи ты. Так, все равно надо что-то выбрасывать. Все равно что-то надо. Так, шкуру выкину. Саблезуба. Ладно, одну выкинем. Ну, вскрыть можно было, ну, конечно, а толку-то? Ну, можно было убежать там, наверное. А я что-то подумал, что если она закрылась автоматически, то ее не вскроешь. Может, она и была закрыта учеником, на замок ученика только сейчас, когда уже здесь открылся ход. Может быть и так. Что, все? Прикольно, да, так. Древний Кайрн. Опа, куда это мы? Меню навыков. Так, что-то там было у нас. Левел был. Здоровье, запас сил. Здоровье. Двуручная, одноручная стрельба. Орлиный взор. Критический выстрел. 10% вероятность критического попадания, при котором наносится больше урона.